Всем привет! Я сегодня решила рассказать про арабские сладости, потому что, конечно же, Восток известен своими арабскими сладостями. И одна из самых популярных, самых известных сладостей здесь – это кунафа. Иногда ее называют еще канафа, кунафа, анафа. Ну, в общем, названий очень много. Но это самая лучшая, как по моему взгляду, самая вкусная вещь, самая вкусная сладость. И я искала долго, где готовят самую вкусную кунафу. Как большинство сошлись на том, что самое вкусное готовится именно в Firas Sweets. Я приехала сюда, он находится в нескольких местах, есть несколько локаций. Одна из них это вот не доезжая до Джумейры на улице 2 декабря, 2 December. Есть в Аль-Барше возле мола Эмирейтс. Это такие вот самые, ну, грубо говоря, на районы, в которых легче всего доехать. И вот сегодня я решила зайти сюда и посмотреть, какая она здесь, какая она по вкусу. Кстати, ее можно взять на вынос, можно поесть здесь, сразу в середине. Это уже по вашему желанию. Даже есть на улице столики, где можно покушать и попробовать, какая же она по вкусу. Смотри, какие штучки есть всякие. Вот это прикольно. Вот кунафа. А что ее так мало-то? Не знаю, разобрали. Вот такая только есть. Да вообще нет. Тоже кунафа. А вот difference between this кунафа and between this кунафа. Only color? This is cheese kunafa, yes? Not honey. And this one? This one is cheese kunafa soft. Ah, it's soft, yeah? Это мягкая кунафа. Прикольно. Тут еще какие-то сладости продаются. Печеньки везде. Печеньки, сладости, сладости. Все есть поплавок. Да, давай. А how much kunafa? Have different. А we have small size for the one, 18. Маленький 12, 18. 20, 12, 18, 25, 33, 50, yes? Какую ты хочешь кушать? Можем здесь его кушать? Что мы здесь? Здесь будешь покушать? Можем здесь покушать. Можем здесь покушать. Возьмем самую маленькую? Я не знаю, какую. Я целую сейчас съел маленькую, если честно. Давай две маленькие возьмем. Давай. Give for us 2 12, but we eat here. Yeah. But one this and one this. Maybe have some difference, we'll try. This looks more nice than the first one. Why? The one is full. Ah, it's when it's full. You want syrup? Extra syrup? Yes, yeah, put syrup. Мы взяли две кунафы, сказали, что по вкусу они в принципе не отличаются, только отличаются цветом. Мы попробуем. И одна, и вторая с сыром. И значит, таким образом это изготавливается. Вот это вот сверху, это жареная тоненькая вермишель. Это пресная, из пресного теста изготовлена такая вермишель в виде практически ниточек. Вот, а между слоями вермишели кладут сыр. Сверху поливают сиропом, вот, и еще у нас посыпали фисташками. Я думаю, должно быть вкусно. Сейчас попробуем. Мы попробовали две разные кунафы. Одна вот такая вот, и одна оранжевого цвета. Хади говорят, что они одинаковые. На самом деле, вот это вот оказывается вкуснее. То ли она слаще, то ли не знаю, то ли она сочнее, но... Ну, не знаю. То есть это тоже полито сиропом, и это полито сиропом. В принципе, все то же самое, но... Вот это вот беленькое вкуснее. Кстати, когда мы пришли, вот эту вот белую практически разобрали. Вот та вот оранжевая еще была. Ну, то есть люди, видимо, знают толк, и поэтому разбирают вот как раз такую, которая белого цвета. Кстати, как по мне, кунафу лучше есть, пока она еще теплая, пока она горячая. Она тогда вкуснее. Потому что когда она остывает, то есть сыр тоже, конечно, остывает. И, ну, мне кажется, что она перестает быть такой вкусной на вкус, какой она должна быть. Здесь продаются различные сладости, различные арабские сладости.
пахлава, но все равно самый популярный остается кунафа. За ней прям выстраивается очередь, все разбирают. Хотя сладостей здесь много и на любой вкус. И в основном все берут здесь с собой на вынос. Вот, но мы решили поесть именно здесь, в серединке, чтобы сразу показать, как она выглядит и какая она по вкусу. Вот сзади у меня название ресторана, еще раз покажу. Ну и мне здесь действительно, я попробовала кунафу, мне она очень понравилась. Я думаю, люди не зря говорят, что она здесь самая вкусная. И, кстати, очередь довольно-таки большая. Ее готовят, приносят, разбирают, опять готовят, приносят, разбирают. Ну а мне на сегодня все. Всем пока. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии.